Суровый бой ведет ледовая дружина. В минувшие выходные завершился круговой этап областного турнира по хоккею среди муниципалитетов. За Кубок региона сражались 8 сельских команд. В последнем матче на Новоульяновский лед вышли местная команда, хоккейный клуб КПРФ и Олимп из Новоспасского района. На протяжении всего игрового времени на корте кипели нешуточные страсти. Соперники атаковали ворота друг друга с завидным напором. В итоге к финальному свистку счет был 4-4. Четвертого участника финальной серии определяли по буллитам. В итоге точнее оказался бросок олимпийца. К концу февраля состоятся матчи плей-офф между командами «Старт» и «Барс» Барышского района, хоккейного клуба «Сура» из Сурского района и клубом из Новоспасского. Победитель юбилейного 5-го по счету турнира за Кубок региона среди сельских хоккеистов станет известен в марте.